Так, приветствую зрители, подписчики канала. В общем, тут такой небольшой первый шаг к автономности сделал. Иногда у нас часто, даже часто выключают электричество. И, ну, вы сами понимаете, без электричества наступает коллапс тотальный причем. Вот, поэтому я взял такую небольшую батарею солнечную, портативную. Значит, вот какие у нее характеристики. 2 ватта, 6 вольт, вот, максимальный 8,2 вольта. Значит, как все выглядело изначально, то есть она у нас не шла с зарядкой, ну, с microUSB, в наборе этого не было. Шел огромный шнур вот такой, я уже отрезал, это половину отрезал, вот такой вот разъемчик. Вот, само изделие выглядит как. Значит, сама панель. Это стекло защитное. Здесь, ну, мы, как видим, спаяны панельки. Вот. И получается, вот выход у нас. Лапки такие. Для того, чтобы устанавливать ее. И вот я взял, на базаре купил разъем микро-USB-шный. Аккуратно запаял его. Вот так вот. Ну и сейчас покажу, как это все работает на примере телефона. Возьмем сейчас телефон, подключим. Так, я беру телефон, подключаю. Секундочку. Ну, тут источник света, естественно, его пока не хватает. Источником света у нас будет фонарик. Я возьму фонарь. Вот. Вот у нас индикатор заряда. Вот мы включаем фонарь. Вот. И видим, как начинает происходить процесс зарядки аккумулятора. Вот я свечу фонариком. В принципе, достаточно немного электричества, не очень много света нужно. Почему? Потому что вот я в окно направляю батарею, а там света не очень много, и она начинает уже заряжать. Вот. То есть там нужно буквально небольшой уровень света, чтобы начала заряжаться аккумуляторная батарея. Могу даже попробовать продемонстрировать. Секунду. Так, ну что. Вот я направляю батарею в окно. Смотрим. Пошла зарядка. Вот он заряжается, аккумулятор. Так что штука хорошая, особенно когда выключают электричество. И цена у нее достаточно неплохая, ну, небольшая. Вот, все. Всем спасибо, ребята, за просмотр видео. Ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, подписывайтесь. Вот, и всего доброго, до свидания.